Здравствуйте, дорогие кемеровчане! Меня зовут Колмогорова Камила, мне 12 лет. Я занимаюсь в Центре детского творчества Центрального района. Сегодня мы с Кондратьевой Екатериной Васильевной, руководителем студии флористики «Солнечный мир», покажем, как изготовить оберег подкова. Этот сувенир мы подарим нашему городу на 100-летний юбилей. Екатерина Васильевна, откуда взялась история оберега подкова на счастье? Дорогие ребята, человеку свойственно верить чудесам. Люди окружали себя символами и талисманами, веря в то, что они приносят удачу. Одним из символов удачи является подкова. На Руси в древних времен считалось, что найти на дороге подкову – это хорошая примета. Железо было редкостью, оно было очень дорогим, и любая железная вещь имела высокую цену. Если кто-либо находил подкову на дороге, то это было большой удачей. Из подковы можно было смастерить как нож, так и другие принадлежности быта. Екатерина Васильевна, можно я вместе с вами изготовлю оберег подковы? Конечно. А что вам понадобится для работы? Для работы нам понадобятся следующие материалы. Это гофрирная бумага, вот такая замечательная, которая имеет свойство растягиваться, да, принимать любую форму. Эта бумага может быть как желтого цвета, так и коричневого. Нам необходимо будет коричневая тесьма, картон, шаблон подковки, природный материал, это зернышки кофе и зерна гороха. Ножницы, карандаш, декор, это ягодка, божья коровка, пчелка, термопистолет и подставка для термопистолета. Чтобы начать работать, я хочу вас познакомить с правилами пользования клеевым пистолетом. Первое. Мы должны защитить поверхность, на которой мы будем клеить. Дальше. Мы должны поставить наш клеевой пистолет на специальную подставку и включить его в розетку. Включаем специальную кнопку, вот она находится на корпусе, чтобы клей начал работать. Берем вот такой вот клеевой стержень и вставляем его в заднюю часть клеевого пистолета и вставляем до упора. Необходимо выждать 4 или 5 минут, чтобы клей нагрелся и расплавился. Склеиваемая поверхность должна быть сухая, обезжиренная и не пыльная. Для подачи клея надо нажать на курок. Когда появятся на носике капельки клея, это значит, что клей нагрелся. Будьте осторожны, ведь горячий клей может нанести вам ожоги, и не оставляйте клеевой пистолет без присмотра. Прикладываем шаблон к картону. Обводим и вырезаем. Сейчас, Камила, мы вырежем из гофрированной бумаги желтого цвета полоску шириной 2-3 см и длиной 20 см. Плотно обматываем шаблон нашей полоской. Ой, надо было подклеить.
пончик приклеили. Такая деталь, ребят, у нас должна получиться. А теперь, конечно, чтобы нам изготовить рюшу для нашей подковы, нам понадобится полоска длиной 30 сантиметров и шириной 2,5 сантиметра. Вот такими движениями. Все верно, все правильно, молодец. Она и покажет, что же у нас получилось. Вот такая деталь у нас получилась. Рюшу, Камила, подклеиваем с обратной стороны детали. По краю. Все верно, молодец. Положи на стол сразу. Ну вот так, ты аккуратно приклеи. Делаем это очень аккуратно, чтобы не обжечь руки. Лишнее обрезаем. Покажи, конечно. А сейчас, Камила, края подковы мы украшаем нашей тесьмой. Создаем орнамент из природного материала. Сначала украшаем верх зернами кофе. Потом создаем узоры, также из зерен кофе.
серединку горох. Дальше возле цветочка приклеиваем семена арбуза. Из гофрированной бумаги желтого цвета вырезаем лепестки и подкручиваем края. Переходим к изготовлению цветка. Подкрученные лепестки приклеиваем на круг из картона. По центру цветка размещаем эмблему с надписью «Кемерово на счастье». Приклеиваем цветок на подковку. А теперь мы приклеиваем петельку на подковку с обратной стороны. Ребята, подковок как оберег
подвешивают в доме на дверь для того, чтобы в нем всегда царил достаток, благополучие и гармония. Подкова должна висеть рожками вверх, образуя чашу желания. Молодец, Камила. Ты отлично справилась с работой. Наша подкова готова. Мы с огромной радостью подарим эту подкову любимому городу на счастье.